Гость на гость, хозяину радость. Так звучит старинная русская поговорка. То есть, когда много гостей, хозяин радуется. В моих руках сегодня, с позволения сказать, новый гость. Он ведет себя примерно вот так. То есть этого гостя нужно приводить в порядок. Я имею в виду ремонтировать и вдыхать в него, что называется, музыкальную жизнь. Ну, я музыкант по профессии, поэтому займусь вдыханием жизни в этот инструмент. Вот так он ведет себя. Инструменту примерно 60 лет. Это знаменитая тульская гармонь, 4 регистра. Да? Здесь, если посмотреть мех, а точнее достаточно ремень посмотреть, то становится ясным, что инструменту 50-60 лет. Здесь будут все новые ремни. Я сделаю ему настройку, заменю также вот этот ремень, который уже, к сожалению, отжил свое. Вот. Здесь будет два ремня. Вот. Ну и самое главное, он должен зазвучать через 2-3 дня. Так что, дорогие друзья, ставьте лайки, кому это интересно, иначе я видео сотру, если лайков или лайк будет мало. Ну вот, вот такой инструмент, скажем так. Тут и слева пробиваются басы, и справа голоса пробиваются, поэтому его тестировать, пробовать, что называется, на звук, нет, скажем, необходимости. А необходимость в ремонте, безусловно, есть. Итак, за работу, вот, здесь работает и разговаривает музыкант Сергей Замбровский.